Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня мега быстрая распаковочка, необычное, нечто не связанное с тем, что я обычно приобретаю или мне посылают, но тут небольшой такой сюрпризик, и мне так захотелось, думаю, помимо того, что я уже купил на Авито, еще и покажу это, то, что мне прислали вдогоночку, так скажем. А прислали мне вот такую вот огромную посылочку с Самары от Дмитрия Андреевича. Пришла посылка, за что ему огромный респект и уважуха. Короче говоря, история такова. Сижу я, значит, в таких местах, где времяпрепровождение бывает прям облегченное такое, скажем. Вот, и открываю Авито, на самой первой странице мне вываливается объявление с картой. Картой видеозахвата, которая, в принципе, не такая уж и свежая. Она довольно-таки старая, по-моему, они выпускали с 2010 года, но она идет с слотом Mini PCI-Express. Вот. Как вы знаете, у современных компьютеров у нас уже нет обычных PCI слотов, есть только Mini PCI-Express и PCI-Express 16 и скольки-то там еще скоростной для видеокарт. Вот. А дополнительные устройства, такие как вот TV-тюнеры, модемы, там, я не знаю, сетевые карты, которые раньше использовали слот PCI обычный, сейчас уже поставить некуда. Ну, есть на AliExpress различные переходники под это дело, то есть вы втыкаете в слот, там такая платочка PCI обычный, и через, по-моему, PCI-Express Mini вот как раз таки можно подсоединить за счет кабеля SATA, подцепиться это все дело, и оно вроде бы как должно в теории работать. Ну, на практике не знаю, я ее заказал, приедет, не знаю когда, посмотрим, как она будет работать. Тем не менее, у меня у самого стоит Mini PCI-Express Beholder H8. Вот, ну, немножко, не знаю, он конфликтует, по-моему, с Xeon'ами, и работать, по крайней мере, с более-менее современными, со старыми не знаю, но, тем не менее, вот какая-то проблемка у меня возникла. Вот, переставлю его потом на, если все будет удачно, переставлю его на Ryzen, который у меня на работе, этот Beholder, а сам буду пользоваться вот этой вот карточкой, которая приехала мне вот в этой вот посылочке. Ну, давайте сейчас я быстренько все это дело распакую. И мы продолжим. Так, ну что ж, посылочку я распаковал. Не знаю, наверное, придется ее убрать. Давайте ее отставлю вниз. И давайте тихонечко начнем к распаковке приступим. Так, что это такое? Вот такая вот штука. Logitech. Не знаю. Ух ты, ух ты, ребята, PSP, офигеть, вот это сюрприз, обалдеть. Так, а что, она не открывается? Ага, так, ясно, тут аж целых, точнее одна батарея, но она похожа, что вздутая и немножко отпала и тут прилипла. Короче говоря, вот как-то так. Это, наверное, первая фатка, да? Ну да, 1008. Так. Хм, нифига себе. Неожиданно. Вот этого я не ожидал, если честно, ребят. Ладно, тут же еще идет диск. Так, Call of Duty. Roads of the Victory. Дорога к победе. Тут различные еще слоты. Это, я так понимаю, такой офигенный кейс под это все дело. Даже вот, блин, классно. Вот это вообще неожиданно даже. Так. Я не думаю, что я покупал этот TV-тюнер. Хотя Дмитрий Андреевич мне любезно даже скидку сделал неплохую.
Вот. Сказал, что всякого накидает, еще помимо того, что тюнер еще пошлет, ну не тюнер, а карту захвата. Но вот такой штуки я тоже не ожидал. Кстати, недавно мне такая штука тоже приехала. Так. Squirrel King картридж от Sega. Что тут еще такое? Что-то всего много. Он говорил совсем... Ух ты! А вот это интересно. Это, ребята, лазер. Лазер. Голова целая. Не знаю, новая, не новая. Обычно стоит перемычка. Да, перемычка стоит. Значит, это новая голова. Ну, нифига себе. Так, мне, наверное, надо было все-таки уточниться, все ли я ему отдал и больше ничего ли я ему не должен. Так, паяльничек. Хм, интересно. Правда, у меня втыкать его некуда. Так, зарядное устройство. Sony PlayStation 2. Кабель от Sony PlayStation 2. Так, Ритмикс. О, блин, как он склеился. Ритмикс. Так, не помню, моделька. Была такая RZX40. Портативная консолечка. Так, и все-таки я добрался до самой сути. Что, он включился, что ли? Или это просто блестяшка какая-то? А, вот, ну как, до сути добрался. Я еще не нашел свой... так сказать, свою карту захвата, что я приобрел, она вот на самом низу лежит. Так, вот PlayStation 2 слимочка. К сожалению, наклейки нет. Не могу определить, что за консолька, версия. И еще одна слимочка 7008. Вот такая вот еще одна слимочка PlayStation. Да блин, у меня целый прям набор тут PlayStation'ов. Ну и то, ради чего я начал снимать этот ролик, это вот эта вот карта AverMedia. AverTV Capture, значит, это все-таки TV Tuner. Вот. В такой упаковочке сохранилась оригинальная. Так. Вот такая вот карточка. Все-таки считаться она TV-тюнером или не считаться? Но я вот не вижу РФ выхода. Наверное, все-таки это просто карта захвата. Вот, идет она на Mini PCI-Express. Или Mini PCI просто они идут. Как правильно? Напишите в комментарии. Из-за чего... А, вот тут антенна, правильно. Значит, это TV-тюнер все-таки. Что примечательно, вот здесь идет два входа, они абсолютно идентичны. Вот. Похожи на HDMI, но один из них идет AVER. То есть подключение вот данной такой вот приблуды с проводами. А здесь, значит, у нас идет что? Композит стандартный. Джек 3.5 и, наверное, это S-Video. Да, это S-Video и компонент, то есть RGB и два звука, левый-правый канал, Red, Green, Blue и правый канал, не тот RGB, про который вы подумали. Так, помимо этого, она имеет, эта карта захвата TV Tuner, вот, вход HDMI, который может принимать HDMI сигнал в 720p и, по-моему, 1080i. И это очень круто. Смотрите, пульт, он просто даже не распаковывался никогда. А батареечки, даже заглушечка осталась под HDMI, но я ее сейчас буду использовать. И вот такой вот мини, как сказать, мини-заглушка сзади для замены вот этой большой. Мало ли, если системный блок немножко как бы сужен такой, то вот для таких вот целей обычно как бы ставят. Ну и
кабели тут различные, инфракрасный приемник для пульта и антенна. Что, собственно, офигенно, полный комплект, даже диск есть, наверное, с драйверами. Инструкция вот на русском даже языке есть, и сама вот эта карта охрененная. Почему она меня привлекла? Ну, по внешнему виду, конечно, можно подумать, что это какое-то старинная карта, которая, возможно, не будет работать на Windows 10. Она, ребята, работает, она обслуживалась, и последние драйвера сопровождались, точнее, до 2018 года, в том числе Windows 10 и 64-битный. Вот. Поэтому она меня зацепила. Вот. Но помимо всего, Дмитрий Андреевич, за что ему огромный респектуха и привет, сделал мне, во-первых, скидку на эту карточку и бесплатно отправил. Плюс ко всему отправил еще вот эту кучу всего. Я, честно сказать, свяжусь насчет вот PlayStation'ов Slim'ок. Я знаю, что он мне их как бы выслал, так скажем, просто они ему нафиг не нужны. И про работоспособности я точно не скажу, что-то там где-то шпинделя нету, где-то чего-то там не работает немножко. А вот насчет PSP, паяльника и ритмикса я что-то даже и не в курсе. Но тем не менее, за всю эту охрененную посылку еще раз говорю огромное спасибо, Дмитрий. Я не знаю, если ты позволишь, с твоего позволения, я дам ссылку на твой Авито, этот самый, как сказать, аккаунт. И если, ребята, вам не сложно, поставьте там где-нибудь кучу лайков, там, я не знаю, подпишитесь на него. Ну и могу, конечно же, в ВК также ссылочку оставить на ВК этого человека. И также поставьте ему там прям под аватаром лайков. Вот. Редко, конечно, такое бывает, но бывает, что вот неожиданно прям, блин, офигеваешь от вскрытых посылок. Вот. В общем-то, вот вся эта посылочка, быстрая посылочка распакована. Все, что я хотел вам показать, я вам показал эту карточку. Ну, а это в довес, и очень приятный довес, я вам скажу. Ну а на этом у меня все. Я очень рад, что вы смотрите мои видео и ставите лайки. Спасибо вам за поддержку. Всем удачи и до скорой встречи!